Вот как видим, идеально просто. Вот именно маленькие люди, маленькие, высота. Короче, если человек высокий, будет на нем смотреться просто смешно. Вот именно оптимальный вариант, это вот молодежь. Поехали, давай. Вот видите, лихо. Для второго раза в жизни, блин, покататься. Первый раз она на нем покаталась, теперь второй. О. Достаточно тихо, бесшумно. Вот как раз городской. Сильно не разгоняется. В потоке людском можно на нем ехать. И уже не так народ будет смотреть и говорить. Вот фара вот так светит. А, все. Глуши его. Вот такой вот мини-симпотный мотороллер. Всем спасибо. Всем пока.